Доброе утро. Такой я услышала ответ. Доброе утро. Доброе утро, папа. А где сгущенка? Я бы что-нибудь помогала. Гренки? Гренки. Сгущенка? Да, гренки так сидят. В общем, папа, он взвешивает себе. Та-та-та-та-та-та-та. Какие-то сухие. У нас сегодня греночки. Ну, там хлеб был такой засохший, знаете. Ну. Но они ничего не сухие. Нормальные. Вика, тебе бы заплестись, конечно. Мы резко выдвинулись. Резко. Резко у нас сменились планы. Но... В общем, я договорилась насчет быстрой фотосессии за 10 минут, которая сейчас будет у нас в гремячей гриве. Угу. Самый нормальный расклад. 10 минут, 500 рублей, 15 снимков. Да, более и чем. И с детьми вот сейчас быстренько в лесу снежок и идет. И погуляем. Быстренько сфоткаемся, немножко прогуляемся и все. Но у нас 0 градусов, валит снег, но 0 градусов на дороге, конечно, чача. На дороге, так да. Вокруг вроде все беленькое, но не завидую тем, кто пешком куда-то собрался. Потому что на дорогах, на тротуарах. Не очень. Чача, да, Вика. Вика повторила мое слово чача. Вот. А как получилась фотосессия? Не знаю, как это получилось, но буквально вчера Таня говорила, блин, мне нужны новые фотографии. Что-то там даже сильно выложить нечего. И с утра такая, слушай, говорит, там в гриве фотосессия будет. Мне, говорит, вот рекламка вылезла. Я говорю, ну что, ну надо брать. Я уже вроде как был разогрет к этому вопросу. Да нет, на самом деле для меня это идеальный вариант. 10 минут, никаких там час, там полтора. Там у них еще скоро начнутся новогодние, тоже вот такие же короткие. Да, ты пришел куда-то в локацию, 10, тебя пофотали, пофотали, ушел. 10 минут, поэтому я думаю, надо как-то новогоднее еще сделать, но еще не началось, они только разогревают. Потому что, я не знаю, когда ты час фотографируешься, ты устаешь. То есть, ну, не знаю, через 10 минут у тебя улыбка уже какая-то вот такая становится, там, все косит, хочешь улыбнуться, а лицо уже как-то это, ну, гримасничает. В общем, все хорошо. Едем. Какой-то туман вообще просто жуткий накрыл. Вот сегодня Хэллоуин должен был быть. Такой туман. Там едут пассажиры. Автобус белый стоял, да. Так, ну мы где-то здесь должны встречаться по вопросам фотосессии. Ого, ну все, мы отстрелялись. 10 минут пофоткались там все. Красота. Ну и тут красота сейчас такая. Это, там даже солнышко пытается выглянуть. Снег периодически падает. Да как скажешь, можно и туда поближе. Катаемся. Блин, место шикарное, конечно. Красноярск. Еще ветра не было. Все деревья такие заснеженные. Красота. В меня снег летит, я чувствую. Макс, спрячь язык. Хочу с горки вместе с ними скатиться. Че, Максим, посерединке? Я сзади, а? С горки, а как ты влезешь? Ну, я сзади встану. Ой, ой, снег пошел такой классный. Давайте, удачи. Пока. Пока. Кто за тормоза отвечает? Да тут маленькая горка-то. Кто в папу кидает снегом? Ой, ну Вика, ой, Максим, ну Вика едет и едет, тебе что? Нет, это мой булыжник. Это ее булыжник, Максим. Возьми себе, слепи. Ну, подари ему, ты такие быстро делаешь. Максим, в кого ты им запулишь? В папу? Ой, с этим, папу, с землей. Кидать. Вон, снеговика давай. Пойдем, убьем снеговика. Вика не верит, что есть песня, пойдем, убьем снеговика. А, она есть. Напишите в комментариях. Напишите в комментариях. Викулька, давай, спрячь уши. Все, пойдемте, нам надо уже... Что-то думать по обеду. Обед думать. К сожалению, за нас его никто не придумает. Да. Напишите в комментариях, кто хочет готовить нам обед.
И что? Тоже фантазии ноль. Да. Что можно готовить, вот, чтобы кушать, ну, через 30 минут? Чтобы на готовку ушло... Вот я, это я обещаю. Чтобы на готовку ушло минут 15, а через 30 оно было готово. И это было вкусно. Ай, застрял. Тебя снег поймал. Мы небольшие фантазеры в этом плане. У нас чуть-чуть картошки есть вчерашней. Но без мяса. Татьяна выкладывает сторисы, вы не подумайте, что она сидит там в соцсетях. Вообще не подумала. Она организовывает соцсети. Я, да. Да. И если вы подписаны на наш инстаграм, то вы знаете. То вы видели, что она выложила. Фоточку, да? Давай покажем. Да тут... не надо, ну, ничего покажи. Показывать. Я еще просто не люблю, когда заглядываю, когда я делаю. А ну-ка, давай ты кидай, а я буду ногой отбивать. Отойди, мама. Давай, вот на эту ногу подавай, вот сюда кидай, вот сюда кидай, давай. Нет, вот сюда кидай. Не на меня на ногу, а вот сюда. Давай. О, ах, давай еще раз. Ну нет, вот сюда, подальше. Я тоже. Ну кидай, ты кидаешь. Вот так. А, ты пинать хочешь? Зачем ты просишь, чтобы глаза закрыть? Что-то хитрит там сидит. Я ему думала, что в руку орешку. Это ты его так угостила хитро? Машина пишет, возможен гололед. Да ты что? Да. Ну нет, дороги расстояния. У тебя тут листик, смотри. Прилетает. Он уже неделю там летает. Я про него вспоминаю, только когда еду, вижу, как он там на зеркале вот так вот делает. А пока, ну, я потом не вспоминаю, что его надо снять. Хочешь, я его тебе сниму? Давай, но очень быстро окно закрывай, пока тебя никто ничем там не облил. О, машина врезалась, чтобы не уезжать. О, правда. Ну, собственно, куда мы? Куда мы? Куда мы? Мы поехали, детей отвезем сейчас. Угу. Так, к тете Марине. Ладно, в общем, сейчас проедем и расскажем. Но. Фотографируют. Ну, им надо зафиксировать место аварии. В общем, детей, да, повезли. К моей сестре? Да, сами поедем. Магазинчик. Есть у нас одна мечта уже несколько лет. Которую мы сейчас не осуществим. Которую мы сейчас осуществим. Потому что мы даже не посмотрели в интернете. Потому что не было ни минуты. Короче, мы хотим зимние комбинезоны купить. Да, чтобы дети но были... Для того, чтобы я мог прыгнуть в снег и начать делать... Осторожней. ...этого. Ничего не переживай. Ничего, я же не дошел. Нет, ты практически меня ударил. Да не. Да. В общем, а времени нет смотреть в интернете, изучать, искать. И мы вообще думали, сейчас посмотрим, может, где-то в ближайшее съездим. Но опять мы ничего не посмотрели, просто... Короче, просто поедем. Настало время, мы поехали отвозить детей, даже не знаем, куда мы. Договоренность была, что в это время мы их отдадим, потому что нам надо в магазин, но мы никак не подготовились. Конечно, к этому вопросу. Конечно, раздражает. Отсутствие времени. Отсутствие, да? Времени уже раздражает. Ну, ладно. В общем, поедем. Да, поедем, да. Купим. Классно, не купим. Но... Не купим, будем дальше думать что-то. Хотя бы начать, может, я может, не знаю. Если... А мы уже как-то спрашивали, если вы знаете, где купить комбинезон. Или... Не, мы спрашивали про лосики, я свои спрашивала. Ну, в общем, если знаете, где можно купить комбинезоны. Зимние взрослые комбинезоны, теплые, красивые, сильные. Яркие, стильные. Вот, то вы нам дайте, мы ее тоже выключим. Да, я бы... Через интернет можно заказать, надо искать только, кто нормально, а то вот придут. Ну да, в которых можно в холод. Гулять. Ну и все-таки комбинезон такая вещь, которую лучше бы померить. Ну 100%. Потому что, ну вот, у всех туловища разные. Да, у кого-то худенькое, у кого-то пухленькое, коротенькое. Да-да-да. Все люди разные. Поэтому все-таки комбинезоны хотелось бы, чтобы с возможностью померить. Если да. Доставка, то, ну, такие доставки, они просто тебе доставят, а там уже можешь назад, конечно, отправлять, но это столько вот ну, да. Времени на это надо. Если вдруг не подойдет. Ну. В общем, если у вас есть время, пошарьтесь на Wildberries, посмотрите нам комбинезоны. А что Wildberries? А, ну там. Ну, там не знаю, я смотрела, но что-то мне не ничего нашла, не понравилось. Ну, может, сейчас ну, что-то будет уже появляться. Есть, конечно, ближе к сейчас ближе. Я давненько смотрела. Но. По сути-то Wildberries, конечно, удобно. Сразу нет, несколько ты, заказать, поменять и выбрать. Давай, раз. Угу. You.
А мы в центре. По мы дороге. Уже были в магазинах вовсе. Да, сильно не снимали как-то так. Мы бегом, 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 бегом. Там всем купили кое-что. Дома, да, короче, покажем, дома покажем, что мы купили. Комбинезоны сейчас мы не купили. Ну вот зачем ты рассказал? Пусть бы до конца смотрели, ждали наши комбинезоны. Ну, мы другое кое-что купили. Но другое купили. Да, поэтому в общем, да. Смотрите дома. Детей едем забирать, но решили 10 минут прогуляться в центре. Да. Как-то так. Аня приболтала меня на мороженое, короче. Тебе взяла ореховый пломбир. А я вот себе взял какой-то с шоколадом. Ну, малюсенький. Я что, меньше калорий съедим. Попа меньше будет. Давай, я тебе открою. Держи. Давай. У меня, короче, с шоколадом и кунжутом. Ни разу такое не пробовал. Сейчас заценю и расскажу, что значит. Давай-ка вот так, чтобы меня видно было хорошо. Под освещение стану. Ты его есть начала. Ты заметила? Какая, а? Так, ну чё? Так, отодвинь мне вот эти все провода. Ага, это мы там ТикТок снимали. Так. Очки? Ну, давай мама покажет. Давай, давай маме. Давай смотреть. Давай, мы аккуратно. Мы что купили Максиму? Максим хочет ходить в бассейн. Бассейн. И, соответственно, Максиму нужны очки. Сейчас мы попробуем тебе их сделать. Ну ты пока одень, потом сделаем. Ну, давай что попробуем. Сейчас настраиваем. Кирика, удачки. Ну-ка, подожди. Посмотри на папу. Угу. Ну, в общем, тут затягивает. В общем, да, надо будет там все это настраивать под него потом. Я посем иду. А смотри, какую мы тебе шапку купили. Давай шапку померим. Сними очки. Давай очки снимем теперь. Ух ты. Шапку. Вот. Для бассейна нужно ходить в шапке. Так, а где тут перед? Вот, вот. Глаза, глазами вперед. Бумажка. Главное. Ну, это непонятно. Иди сюда. Решили. Шапка был. Ну все, вон. Ну все, ты отлично выглядишь. О, резинова такая. Иди посмотри в зеркало. Я зеркало. Ну я зеркало. Не, Вик, они тебе малые будут. Там, Вик, ты сейчас волосы повыдергиваешь, они тебе малые. Вообще резинка такая, на самом деле, тугая. Эй, а что тут написано? А, это... Так, ну этот лист надо убрать. Так, этот сейчас мы уберем. Нет, что тут написано? Все, понравилось, зеркало. Да? Зеркало. Да, это ты в бассейн будешь ходить. И не надо отлеплять. Не надо пока ничего. Да, почему пусть отлепляют? Нельзя, я хочу отлеплять. Ну, отлепляй. Вот оно здесь. Ой. Ай, шапка. Что это? Ну, это надо смотреть, регулировать. Но. Это все не так-то легко. Спасибо. Все. А еще, Максим, мы тебе купили в садик рюкзачок маленький. Смотри, какой. Маленький. И тут даже вот эта штучка есть. Угу. Как она цепляется. Ну, кнопка какая-то. Дай посмотрю. Нету какой-то кнопки. Да ну не может. А, ну вот, тут походу она как это, как прищепка, что ли. Дай я. На, открой. Мама, что-то не... Дайте мне. Нет. Дай папе. Вайца, узак мою. Узак, Вайца моя. Как открыл? Нажал с боков и открыл. Давай руку. На, у него что-нибудь запихай, чтобы он форму приобрел. Давай туда твою шапку сейчас положим. Дед, меня очками. Все, Максим пошел в садик. Можешь мои носки туда сложить. Я носки себе купил. Ну вот, нет, хороший, да? Маленький. О, рюкзак. Рюкзак у тебя. Да, все. Ну давайте, что мы тут набрали. Тут а носки мои не будешь показывать? Фика там скрывает. Фика там что-то их скрывает упорно. Это, короче, нам надо для ТикТока зеленую бумагу. Угу. Это, Вика, мы вам купили, чтобы вы
разукрашивали красивые сердечки. Ну, а может, на Новый год кому-нибудь. Смотри, для открыток купили набор бумаги. Да открой, посмотреть. Давай, посмотри. Вот, первая парочка. Вторая точно такая же. И третья аналогичная пара. Так это надо ножницами. Давай я открою. Ножницами. И вот тебе еще, смотри, для открыток. Хэппи бёздэй. Картон такой специальный картон для открыток. Для ты же любишь открытки делать. Вот тут, значит, две желтенькие и вот такая. Вот этого вырезать можно. Можно вырезать. Вот поздравляю, там туда-сюда. А это вы сердечки будете разрисовывать. Да, мастерами. Красками, наверное. Кто ожидает за любовь? Я видела. А вот это, кстати, принеси. Кстати, вам открытка, по-моему, да? Для доски твоего цвета. Давай посмотрим. Да. Лицо света. Не вылазит никак. Давай я. Давай ее сюда бутылку. Тут видишь, она к этому прилипла. Противоугонки. О, точно такой же, как у вас был. Это не работает? Только нет, надо вытащить. Все, иди проверь. Во. А то сломался у них этот. Для рисования света. Для рисования света. Ну, уже надо было, кстати, два купить. Угу. Что там? Ну, теперь знаю, что они продаются. Так, ну, а это мы себе тоже для тех, кто купили. Блёсточки. Блёсточки нам нужны. В общем, в Леруа мы потратили 1100. Не в Леруа, а в Леонардо. Леонардо. А Максу тут все купили на 1500, кстати. Ну, тут еще твои носки. Там еще мои носки. Давай я тебе сниму рюкзак. Нет. Он наоборот одеть его хочет. Давай я тебе помогу тогда надеть. Вот, одеть. Надо руки сначала одевать, а потом застегивать. Давай. Он хочет с рюкзаком, короче, ходить. Нет. Сам? Нет. Сам. Сам у нас.